В течение двух дней близ этнографического музея Семенкова проходила мультиплатформенная фестиваль-игра «Полигон-2024», в которой приняли участие более 200 учащихся образовательных учреждений региона и участников общественных организаций из разных муниципалитетов области. Поехали на игру и устюжане. Курсантов в «Импел Устюг» можно выделить особенно. Они стали единственными, кто не покидал «Полигон-2024» даже на ночь. Наши команды 3 дня прожили в лесу в палатках под дождем. И это, в принципе, была единственная команда участников, которая так проживала, потому что все остальные были это участники из города Вологды или близлежащих поселений, которые на финал приезжали на автобусе на тренировку и уезжали обратно домой. Соответственно, мы полностью в спартанских условиях. Первый день фестиваля для участников полигона работали интерактивные площадки, где ребята осваивали навыки метания ножей, тактической медицины, стрельбы из пневматики, а во второй день соревновались в командной квест-игре, где все полученные знания надо было применить на практике. Вымпеловцы смогли стать единым целым и приобрели большой опыт работы в трудных условиях. Я приобрела огромный опыт работы в команде, так как мы и готовили на костре и завтраки, и обеды, и ужины. Это помогает сплочать коллектив, и, соответственно, мы получаем огромный опыт для жизни в будущем. Спартанские условия 3 дня нам не помешали отработать на максимум, и мне больше всего понравилось финальный марш-бросок, который был в воскресенье. Устюжане, несмотря на дополнительные трудности, продемонстрировали характер и волю к победе, и по итогу квеста стали серебряными призерами. Следующая цель ребят на будущих выступлениях – золото. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».